Погулять по историческим местам Мексики теперь может любой желающий при наличии интернета. Более 30 археологических объектов стали доступными в режиме онлайн с высоты 2,5 метров через сервис Google Street View. В этом компании Google помог Мексиканский национальный институт антропологии и истории. Камеры установили на велосипедах, и начиная с 2010 года сотрудники Google добросовестно колесили по таким достопримечательностям доколумбовой эпохи, как Теотиуакан, Шачикалька, Монте-Альбан, Чичен-Итса, Тулум, Эль-Тахен, Паленке, Бонампак. Всего на данный момент сфотографировали 68 мест в 17 мексиканских штатах. Это инновация Google, система фотосъемки, которая не является захватнической и адаптируема к обстоятельствам. Нам бы их креативность. Мы работали с ними и помогали им, чтобы все было сделано правильно и с минимальным ущербом для тех мест. И хотя Google со своими камерами побывал уже во многих странах мира и через Google Street View частично доступны даже Эрмитаж и Третьяковка, этот проект в Мексике сотрудники компании называют уникальным. Можно сказать, что сегодня мы первые представили такую полную коллекцию наследия одной страны. Мы можем видеть галереи мест, внесенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас уже есть места, которые были специально спроектированы для особых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу. Но эта коллекция о Мексике, которую мы представляем сегодня, такое мир действительно может увидеть нечасто. Сейчас на картографическом сервисе Google можно увидеть 30 мест в Мексике. В будущем их число достигнет 90.